О, Лёша на велосипеде. Ну ты крутой. Поехал. У нас дождик пошел. По дну озера катается. Да, когда еще такая возможность будет? Ой. Тут прыгает паук. Тут столько живности, тут столько всего ползает. Так тут, может, и рыбы какие-то сухопутные. Мертвые. Мертвые. Нет, тут рыб нет. И вот было бы дно, состоящее из песка, было бы весело, наверное. Оно не проваливается? Ну нет, вот оно так, видишь, я стою и это... Я боюсь, это... что меня утянет. А понимаешь, затяну. О, диаки, посуху, да, да, да. Эти люди. Грешники, ухальники, похабники. Ходит. Вот я иду, и меня не засасывает. Не засасывает. Да, вот смотрите. Я, конечно, грешники, сравнение, но все-таки вот, как говорится... Не, хорошо, что мы пошли на прогулку. Пока не могем, будем хотя бы по останкам от воды ходить. Как, аки посуху, вот. Вон там Леша вдалеке уехал что-то. Сальвадор вдали. Сальвадор вдали. Тоже там ходит по дну. В общем, дождик какой-то капает. Ну, он небольшой. Да, я тоже рада, что оделась. Тепло. Не, слоев штанов. О, слоев штанов нормально. А вот эту свитерюшку я очень мудро с собой. Ой, что это? Смотрите, это рыба. Игрушечная. Пластиковая. Даже рыбы в этом озере пластиковые. Пластик. Каша, пластик. О, Леша обратно едет. Каша пластиковая. Вот тут камыш. Шумел камыш. Деревья гнулись. Промышь шумелку. Сейчас надо пойти и спрятаться. Капает. А, капает. Вот так можно сделать. Да, есть же капюшон. Он едет наш. Исследователь дна. А там шоколадка называлась «Обыкновенное чудо». Мне нравится название. Да, мне тоже понравилось. Шел по лесу, видел чудо, чудо видело меня. Да, точно. Едет по дну. Да, такие толстые колеса, прикольно. А это специально такой фэт байк называется. А что это значит? Ну, фэт толстый. Это... Ну, чтобы можно было по бездорожью вот ехать. Ну, в принципе, да, для вот таких бездорожных условий. А мы вас записываем, у нас все ходы записаны. И закакиваем. И закакиваем, говорят. Вот. Ну, классный велик, вот. Велик такой прям вообще. Ну, что, как дно. Дно города. Завяз в одном месте. Да. Жидко было. Жидко было. А, то есть там еще останки от воды? Ну, дождь идет. А вот интересно, в норме вещи откуда вот вода притекает в это озеро? Ну, какие-то были, наверное, типа родники или как-то ручейки. Ну вот оно не проточное, поэтому высохло. Видишь? Изначально как-то же оно налилось. Трехэтаж тоже не проточный. Ну он большой. С него откуда-то стекает. Да, потому что любая вот такая непроточная штука, все равно туда какие-то маленькие ручейки в него втекают. И другое дело, что они из него не вытекают. Есть, правду говоришь? Правду. Глаголишь истину прямо. Часть воды, видимо, просто испаряется, то есть она же куда-то в воздух ушла или в землю впиталась. Жарко просто, жара такая была. Вот, да, испарилась. Ну сейчас это прямо на тропические ливни нужно, чтобы оно вряд ли. Мне кажется, было совсем немного. Кстати, река Чусовая. Чусовая очень мелкая. Тоже отмелела. По которой сплавы всегда сплавлялись, которая в этом, в Кауровке, по-моему, она. Ну мы что-то хотели в Кауровку.